Говоря правда, что мы этот день поминаем всегда с такой, ну, с горечью, может быть, с отрадой, потому что все-таки это победа, конечно, да. И вообще-то говоря, я даже себе не представляю, что было бы, если бы этого дня не было сегодня. Это было бы, конечно, ну, что-то такое страшное было бы, это правда. Поэтому мы присоединяемся ко всем ветеранам, ко всем людям, которые понимают, что это такое, и поздравляем друг друга с этим великим праздником. Будет построено немножко, так сказать, в сторону этих песен, которые были в те времена. Потрясающие песни были, правда. Ведь писали корреспонденты, и, вернее, композиторы, да и корреспонденты тоже. Такой, как Симонов. Писал прекрасную песню, которая называется «Песенка военных корреспондентов», что мы исполним сегодня тоже. Вот, что, собственно говоря, песни были потрясающие, песни были очень красивые, тексты были очень правильные, чистые, там не было там каких-то таких «Целуй меня везде». Там просто были настоящие, потрясающие гражданские тексты, что очень и очень вдохновляет, и я это оцениваю как самые, пожалуй, лучшие мелодии, которые были написаны когда-либо. Это вот во время войны, немножко после войны, чуть-чуть до войны тоже. Это, вообще говоря, песни, которые написаны были композиторами, такими как Богословский, Соловьев, Седой, Дунаевский, Варламов, Будашкин, Цвасман, Блантер. Это люди потрясающие совершенно, и грех пройти мимо них, если мелодии не исполнять. Но сегодня мы сыграем сначала мелодии, которые связаны с джазом. Они связаны с тем, что все это прошло и родилось в городе, который называется Новый Орлеан. И мы для вас сыграем первую мелодию, которая называется «Парад на улице Бурбонов». Это французская улица. Вообще говоря, это был французский город. Там ничего не было американского. И только в 1861 году министр обороны США запретил преподавание на французском языке. Так там все говорят по-французски, раньше говорили все. Вот, в нашем концерте, дорогие друзья, очень важно, чтобы вы были все участники нашего концерта, то есть громко хлопать в ладоши нужно, можно свистеть, кричать, и можно танцевать сегодня, теперь совершенно спокойно можно делать, и бесплатно, главное. Раньше, во время пандемии, это стоило, между прочим, 300 тысяч рублей. Представляете, какой был штраф? Кто танцует, тот сразу получает штраф. Поэтому сегодня это все безвозмездно, то есть бесплатно. Пожалуйста, милости просим, под балконом есть такая площадочка, там это все у нас и совершается обычно. Вот, итак, приглашаем оркестр, который, между прочим, в октябре тоже исполнится. Мы, конечно, младше, чем Китайская стена, но, тем не менее, в октябре будет оркестру 67 лет. Да, и мы для вас сыграем две мелодии, которые характеризуют те самые начальные основы, что ли, вот, базисные основы джазовой музыки. Итак, встречайте, ленинградский диксилент, прошу вас следовать. Первая мелодия называется «Парад на улице Бурбонов» или «Bourbon Street Parade». И вторая мелодия, чтобы стало, так сказать, долго не разговаривать, она называется «Баймир Бездущен». Если помните, Утесов эту песню пел на русском языке. Вообще говоря, многие те вот мелодии, которые были написаны в те вот военные годы, даже не только наши мелодии, но и композиторы, которые, так сказать, были в других странах, они потом переделали на русский язык, и многие композиции, многие мелодии пелись на русском языке. Вот вы видите эту вторую мелодию, которая вам будет точно совершенно известна. Но первая мелодия «Парад на улице Бурбона», «Bourbon Street Parade». Thank you.
keep the story cheap. I'll wait you, follow you down the Bourbon Street. You say some hot fun, you say some fish guns, darling, you love me. Вообще-то говоря, помните, ведется пел эту песню, что-то там такое, насчет пшик, Берлин и так далее. Барон, да, правильно, про барона песню там что-то такое. В общем, это, говорите, самая такая была антиналогия. Thank you.
it's hey, you run this band. Текст написал Константин Симонов, вы, конечно, его знаете. Она, это называется «Песенка военных корреспондентов». Послушайте, пожалуйста, мелодию. Между прочим, у Симонова уже были тексты, помните, «Жди меня», это такой был очень проникновенный текст, стихи были очень проникновенные. Да, это называется «Песенка военных корреспондентов». Спасибо.
дорогие друзья, ну и еще одна мелодия, которая связана с пилотами, конечно, тоже мелодию знаете. Думаю, что все видели «Небесный тихоход», кинофильм, где играют потрясающие актеры, включая нашего соотечественника. Итак, послушайте, пожалуйста, мелодию из кинофильма «Небесный тихоход». Когда пилотам скажем прямо, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споём. Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём. На милых порогах качнут серебряный Пускай сюда забросит нас далеко, пускай ты сердцу только никого не допускай. Следи, буду строго, не сверху видно все, ты так и знай. Правые, правые, и чтоб не сглазили подруги нас утряпые, мы перевыльно еще и поцелуем горячо, и трижды плюнем через левое плечо. Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. А теперь песня инструментальная, тоже связанная с Второй мировой войной. Она называется «Очень мощный напор». Так Джерси Боунс называется мелодия. Это уже точно больше мере для танцующих. Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. Следующие мелодии, как уже говорил, это будут вновь написаны нашими композиторами, которые жили в те времена, вот Дунаевский, Соловей Седой, вот о том, о чем я вам говорил сначала, Будашкин, Варламов, Свасман, Бланты, это потрясающие композиторы, правда, и грех пройти мимо них и эти мелодии не исполнять. Это люди, писавшие просто чистые мелодии, это правда. Это старинные мелодии, и очень плохо, что они забываются, народу, вообще-то говоря. Правда, мы делаем концерты для ребятишек, для детей, и как-то они все-таки вспоминают про капитана, песню, помнят тексты. Такие вот старинные мелодии, которые очень важны для нас. Это история целая, вообще говоря, страны и просто культуры нашей. Вот. Вообще говоря, старинные песни – это правда удивительное создание вот тех времен. Что такое старинные песни, дорогие друзья? Старинные песни – это когда на слова положили мелодию. Современные песни, когда положили на слова и мелодию. Вот мы сейчас для вас сыграем несколько мелодий. Если вы хотя бы одну узнаете, пожалуйста, похлопайте в ладоши. Это будет очень приятно, что знаете нашу музыкальную литературу и наших выдающихся, я скажу это правда, честно, наших выдающихся композиторов, которые так, слава Богу, что кто-то еще помнит о них, но молодежь не очень. Послушайте, пожалуйста, эти мелодии. Thank you.
Thank you.
Еще раз спасибо, Андрей. Ну, от вас те, кто знает, это правда, потому что чем громче вы хлопаете в ладоши, мы лучше играем, это правда. Все, что вы дети, так что вы громче хлопаете в ладоши. Вот мы сейчас для вас играем несколько мелодий, которые, вообще-то говоря, они представляют интерес именно военный и такой... Говорят, что у Данаевского был приемник, у единственного в Москве, когда он жил уже. Так что мы сейчас играем мелодию, а вы узнаете, что это за мелодия интересная. Вы знаете ее или не знаете? Первая называется «Креол Лавкан». «Креол Лавкан» — это, так сказать, креольская любовь и так далее. Вот это и есть, то есть это, конечно, потрясающий композитор, абсолютно точно, Данаевский. Но есть нюансы, которые вот сейчас о них можете догадаться. Можете? Так, послушайте, пожалуйста, мелодию. Thank you.
Спасибо. Ну, еще один опус такой же, примерно такого же состояния. Послушайте, пожалуйста, его. Одна из них – это мелодия, которая звучала очень часто по радио. Помните тоже эту мелодию? И вторую тоже самое должны запомнить. Итак, второй опус. Называется «Угадай мелодию». Чтобы отдохнуть, называют «Танцы на опушке» «Jumping at the roadside». Это все еще прошение, да. Эту мелодию написал в свое время Каун Бейзи, а популяризировал ее Бенни Гудман и многие артисты, которые играли в таком стиле, свинговом стиле, так называемом, «Jumping at the roadside». Thank you.
которые не дожили до сегодняшнего дня. Вообще-то говоря, есть масса причин для этого. Тут и была и пандемия, в общем, здесь все вместе. Так что это память об этих людях. Пьеса называется «Moon Glow» или «Лунный отсвет, туда на небеса, наверх». Это память о них, память об этих людях. Называется пьеса «Moon Glow».
Прошу подождите, друзья, перед включением первого отделения мы сыграем известную вам, конечно, всем пьесу. Она называется «Да, товарищ!» «Да, товарищ, это моя...» Вообще-то говоря, мелодия называется так, просто. «Yes, sir, that's my baby». Ну, «сэр» — это, так сказать. Вот «сэр» тоже у них там, видите, есть «сэр», а есть «бэйби». Да, есть «бэйби», да. Но «бэйби» уже взрослый, поэтому там все можно уже. Поэтому, так сказать, дорогие друзья, эта мелодия такая наталинная, конечно, тех наших прабабушек, прадедушек, дедушек, там, бабушек и так далее. «Да, значит, да, товарищ, это моя кукла, что ли, так сказать?» «Это мой ребенок». «Мой ребенок». Там в тексте... Тесть приглашает тещу и тесть, нет, зять, тещу и тесть на свою свадьбу, вот такая штука. Невеста. Это не кукла, как сказать, даже не знаю. Малышка. Малышка, да, ну взрослая малышка. Все в порядке там вообще. Мне напоминает одну историю, когда я, кажется, об этом уже говорил, здесь не помню, ну неважно. Это когда Господь спускается вниз и смотрит, Адам несчастный бегает от кустика к кустику. Между прочим, это было не яблоня, а инжир, знаете, да? Ну пусть будет яблоня, неважно. Вот от яблони к яблони бегает, глаза влажные. Господь ему говорит: «Адам, ты чего такой грустный в раю ходишь?» Он смотрит в него такими глазами ожидающими, вопрошающими. «Адам, да? Хочешь, я тебе жену приведу?» «Да!» И с тех пор пошло выражение «Не приведи Господь». Thank you.
Yes, ma'am, we've decided no man ain't gonna hide it. Yes, ma'am, you've invited now. By the way, when they will come through the preacher, I'll say, yes, 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 yes. Yes, sir, that's my baby. No, sir, let me baby. Yes, sir, that's my baby now. Юрий Соур, труба. Александр Козлов, трамбон. Александр Скрипник, барабаны. Владимир Воронин, банджо. Юрий Снегуров, контра, бас. Владимир Лыткин, рояль. И Олег Кувальцев, лидер оркестра, лидер братский. Олег Кувальцев. Спасибо, дорогие друзья, и наш звукорежиссер, и друзья, доцент Эльдар Урус. Я забыл сказать, дорогие друзья, одну фразу сегодня, которую я говорю всегда. Польские музыканты говорят просто. Они говорят, без газа нема джаза. А сегодня грех не выпить и не споткнуться. Поэтому, дорогие друзья, вам нужно сделать это. И второе отделение, уверяю вас, совершенно по-другому будет слушаться. Да, и здесь купить можно наши компакт-диски, последние. Поэтому они, так сказать, только здесь, не пятерочки, не вот. Поэтому они являются раритетом, может быть, и подарком к сегодняшнему дню, к этому дню рождения, а года просто память сегодняшнего дня. Итак, дорогие друзья, антракт, минут 15-20-30. Да, пойдемте. Хоть это новое. Или высшее общество. Если не видели, посмотрите, там где-нибудь в интернете. Называется фильм «Высшее общество». Там играет Бинг Кросби, Фрэнк Синатра и Грейс Келли. И Луи Амстронг, оркестр во всем этом фильме на протяжении всего фильма. Вот Бородинец подошел, такой старикашка довольно древний. А ему-то все было лет 75, не больше. Так, время один быстро, конечно. Итак, он с нами сыграл, это было совершенно потрясающе. Royal Garden Blues. Это место находится в Чикаго, где мы играли с ним вместе. Королевский сад. Royal Garden Blues. Дело в том, что, дорогие друзья, сейчас и спрашивают. Вот блюз – это там, когда человеку плохо, там, жена ушла, денег нет, карманы худые, подушка холодная, квартиру отняли. Нет, дорогие друзья, блюз – это просто форма джазовой музыки. Больше без такого ничего нет. Да, плюс это когда хорошему человеку плохо. А попса, когда плохому хорошо. Thank you.
Дорогие друзья, я хочу вам спеть мелодию, которая называется «Роза Вашингтонского сквера». Скажу для ориентации сразу вам, что роза – это не цветок, это женщина. С Вашингтонского сквера. Вашингтонский сквер, между прочим, тоже не дворцовая площадь. Так что еще женщина там. Хотя женщина этому скверу просто принадлежит. Часов с 9-10 вечера примерно. И так и называется мелодия «Rose of Washington Square». Значит, роза с Вашингтонского, с этого самого сквера. Итак, послушайте, пожалуйста, мелодию. Just as you breathe, I can take people for
Шептенко. Владимир Воронин, поющий в Тбилиси. Не курите, Беломор. Курил Беломор и есть потрясающий был трубач. Ну, теперь на банджо. Дело в том, что как-то мы ехали, я не забуду эту историю. По-моему, Литва была или Латвия, не помню. Где-то в поезде едем мы, или из Вильнюса, или из Риги, он курит свой незабвенный Беломор в тамбуре, подходит литовец и говорит ему: «Молодой человек, зачем вы курите?» Он говорит: «Курил, буду курить всю жизнь». «Знаете, что табак сокращает жизнь ровно вдвое?» Он говорит: «Сколько вам лет?» Он говорит: «40». «Не курили, было бы 80». На самом деле, дорогие друзья, вообще-то говоря, вот то, что сейчас мы делаем, это, конечно, это просто иллюстрация, как дурят людей на фабрике звезд. Один поет, другой рот открывает. Кстати, я думал раньше, только у нас эта фонограмма процветает. Во всем мире, в Америке даже поют под 1/3 свою. Знаете, что? Это ужас, конечно, да. Я не забуду, к нам здесь приходил раньше наш друг оркестра. Это потрясающий человек. Но я об этом говорил, может, здесь уже не раз. Но все равно скажу сегодня тоже, кто, может, не слышал эту историю. Это Георгий Михайлович Гречко, наш космонавт, это потрясающий был человек. Он жил раньше здесь, на Западе 26. Ну, потом, конечно, в Москве, там, так далее. Он каждый раз, приезжая в Питер, он даже книгу написал, там, о нас написал немножко. Кстати, он брал единственную нашу запись в космос, представляете себе? Так что это было очень для него приятно. Он говорит: «Олег, мне нравится, что вы делаете, Григорий Михайлович, поэтому был здесь хороший вот, из жизни случай такой». «Какой случай?» Ну, говорит, человек приходит в цирк, и приходит в цирк, директор цирка, там, знаете, здравствуйте, да, но у меня есть номер, молодой человек, извините, пожалуйста, у меня телефон обрывается, мне некогда с вами даже говорить, даже слово сказать мне, говорит: «Извините, пожалуйста, не мешайте работать». Он говорит: «Ну, у меня крокодил и медведь». Он: «Что?» «Ну, у меня крокодил и медведь». «Ну и что?» Он говорит: «Ну, медведь играет на гармошке и танцует, крокодил поет». Он говорит: «Не может быть, ну, только быстро показывайте». Показал ему этот номер, и он был в шоке просто. Все сошлось, понимаете? Директор цирка просто в шоке. Это же сенсация. Стал кому-то звонить, тот уже: «Стоп, секундочку. А есть какой-то секрет вашего, этот фокус или какого-то номера вашего, там, шоу, там, что-то такое?» «Ну, конечно, есть». «Какой?» Он говорит: «Ну, медведь играет на гармошке, танцует. Он же и поет». Как это рот открывает. Я так думаю, вроде крокодила, да? Кстати, знаете, Георгий Михайлович был человек с юмором совершенно потрясающим, правда. Жалко, что он сейчас находится наверху, но тем не менее. Это люди были, вот их было 3 человека здесь, знаете, были у них на юбилее. Это Масальский,
наш Нобелевский лауреат Алферов, да, Жорис Алферов и Гречка. Это были потрясающие встречи такие. И с юмором, он, да, я, Георгий Михайлович, я хотелось в космосе повеситься. Даже потом он сказал, да, в жизни, чтобы друзья не были. Он, представляешь, ко мне приходит Юра там и говорит такую, Жора, тут Хрущев меня вызывает, ну, такие там не были посиделки, там, ну, не посиделки, а там целые какие-то заседания были там. Конечно, это был чума, это было какое-то чудо, когда Гагарин был в космосе. Ну, это, помню, кто-то помнит, я это помню совершенно точно. Это что такое невероятное было, правда? Хрущев меня подводит к желтым занавескам, там, как, ну, в Кремлевском дворце где-то там. И спрашивает меня, что он спрашивает? Такой, спрашивает меня, Юра, так скажи честно, ты там Бога ты видел, нет? И Юрий говорит, да. Хрущев говорит, я так и знал. Только никому об этом не говори. Ну и проходит время, конечно, его возили как артиста, ну, по всем странам, конечно, в Италию, в Рим, в Ватикан. Попал в Ватикан, это такая же история, понимаете? Подходит к нему папа римский, и вот такой же вопрос, да, представляете, он говорит, господин Юрий, вы там лорда видели, господа? Он говорит, нет, а? Он говорит, я так и знал. Так. Ну и тогда... Это вообще уникальный, конечно, человек. Да. Он говорит, да, для, вот для вас, пожалуйста, такой анекдот хороший. Тоже вот, связан с вашим, так сказать, делом. Приходит человек с двумя тяжелейшими чемоданами. Ну и там, значит, номер, так, джентльменский набор. Что у вас там, чемодан? Дайте быстрее, показывайте, уходите. Открывает чемодан, берет булыжник, ставит на голову. Ассистент берет молоток по этому камню, который, булыжнику, который на голове. Камень вдребезги, голова цела. Он, я вас беру в программу, это же удивительный номер, потрясающий номер. А что у вас во втором чемодане такой тяжелый? Он говорит, анальгин. Вот я сказал, почему? Потому что следующая мелодия называется «Колдония». Колдония – это не колдунья, нет. И не какая-нибудь там ведьма, не какая-нибудь область Северной Ирландии или там, Новой Зеландии, нет. Колдунья – это просто имя девушки, дорогие друзья, которая большая голова и большие ноги. А самая тощая, как селедка. Об этой песне. Thank you.
Джаз родился не в Новом Орлеане, а в Одессе. И он имел в виду, между прочим, мелодию, которая называется «Прости, прощай, отец и мама». Это правда. Один еврей из Одессы, зовут его Шелтон Брукс, взял, написал эту мелодию и уехал с ним в Америку. И она к нам вернулась сюда, как «Some of these days». Как, так сказать, в те дни какие-то. А что там было дни? Может, память об Одессе, память о тех днях, не знаю. Вообще, Одесса, конечно, город, дорогие друзья, кто был там, это удивительный был город. По своей филологии, по своим диалогам. Равных не было. Правда. Это потрясающе было. Я никогда не забуду, мы приезжаем, мы там были много раз, конечно, но прихожу в филармонию, там сидит такой Козак и Израиль Моисеевич Гарцман, замдиректор, по-моему. Такая тишина. Да, такая тишина, и слышно даже по телефону там. Это Одесс? Он говорит, пока да. Увидел меня Ковальцев, говорит, да, Ленинградский текстилен, говорит, да. Приехали, говорит, да, все приехали, нормально, все приехали. Сколько у вас? Я говорю, 13, она по документам. Смотрите, он даже не смеется, понимаете? Кто-то может приехать, жена там купаться в Черном море, в теплом лето. Конечно, это удивительно. Вот такие диалоги. Да, потом сажусь в автобус и еду в гостиницу, то ли Эрмитаж гостиницы, то ли Пассаж, не помню, напротив Кюбар Гамбринос, на Дерибасовской, да. И автобус полный народу, очень много людей, все, и шофер автобуса ругается с какой-то женщиной. Слышно просто, она что такое, дрова везешь? Она всегда говорит, что такое, дрова везешь? Он резко тормозит после этих слов, представляете? Это теща была его совершенно, точно, скорее всего. Он тормозит, понимаете, все падают. Я падаю на полную женщину, которая находится передо мной стояла. Это продолжается не раз, а не два. Потом эта женщина поднимается и мне говорит, молодой человек, вы на меня ложитесь три раза и все без толку. Где это можно еще услышать вообще? Это удивительно, правда, да. И я вообще-то говоря, вспоминаю, когда в Штатах работал уже один там, и вот ты говоришь, это, понимаете, вот этот наш человек, то есть я говорил, вот такие люди, которые написали американскую музыку. Это Ирвин Берлин, родившийся у нас под Тюменью, город Толочин, написавший «White Christmas», «Белое Рождество», написавший «God Bless America» там, и многие-многие другие мелодии, русские колыбельные, да, и «Я не забуду, играем в Москве», в зале Чайковского, концерт вел Алексей Баташов, там, в общем-то, много было из правительства. Очень много было почему-то из правительства, не знаю, зачем так получилось, там такая самая была певица Дженни Эванс. И вот Алексей Баташов говорит, так Путин, писатель встали, он говорит, Путин on the Ritz, так называется мелодия, которую написал тоже Ирвин Берлин, да. И вот так человек, родившийся у нас в России, умер в Америке в возрасте 102 лет. Как футбол, который родился в Англии и умер в России. Другой человек, Тёмкин, из Кременчуга, тип. Он написал песню, которую вот пьеха поет «Город детства». Это не «Город детства», дорогие друзья, а «Зеленые долины», «Гринфилдс». Ну и многие другие. Это Вернон Дюк, Владимир Дукельский, настоящее имя. «Апрель в Париже», «Осень в Нью-Йорке не могу начать». Это наш человек тоже. Конечно, это Леонард Бернстайн, это Джордж Гершвин. И у всех есть корни, которые вот находятся в нашей Российской империи. Вот. Я хочу сказать, что я вот никогда не забуду, этим говорю американцам, они говорят, слушайте, может уже Луи Армстронг русский? На самом деле, дорогие друзья, Луи носил до конца своей жизни шестиконечную звезду. Знаете почему? Потому что семья Карновских, евреи из Российской империи, которые сами-то были бедные, там совсем еле-еле с концами сводили, но кормили его, купили ему трубу какую-то, пока, знаешь, маленькую там, какую-то дешевенькую, но тем не менее, он это помнит, до конца своей жизни помнил, как эти люди его спасали. Это удивительная вещь, конечно, да. Это нужно помнить всегда. И вот я говорю, вот, они говорят, русские, ну, конечно, нет.
Что-то такую историю, когда один говорит другому: Фима, ты знаешь, какой национальный символ задумал? Он говорит: Фима, не может быть. Я долго говорю, мы сейчас для вас играем мелодию, которая называется «Прости, прощайте, со мама». Вот если видели фильм Шахназарова, мы из джаза, там эта мелодия просто лейтмотив всего этого фильма. Вот. Итак, послушайте, пожалуйста, этот мотив. Очень популярных буржуйских мелодий, которые тоже были написаны в те времена, почти былинные сейчас, как говорится. Итак, послушайте, пожалуйста, мелодию узнаете, похлопайте в ладоши. Thank you.
Той самой эпохи, да, очень тяжелой, сложной.
летят перелет и птицы. В осенней дали голубой летят жаркие страны. А я остаюсь с тобой, а я остаюсь с тобой. Родная навеки страна, не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Шагая с винтовкой в руке, и небом больше печали, чем от тебя вдалеке. Немало я думал, передумал, с друзьями в далеком краю, и небом больше долга, чем выполнить волю. Веселье, счастье, боль, разлуки, как
друг другу пуги, и когда-нибудь дорогие года. Мы так близки, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселье чаты его разлуки, готов делить с тобой всегда. Давай пожжем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Дома вернешься ты, о, тогда, тогда дадим друг другу слово, что будем вместе, вместе навсегда. Святые маршируют. А сегодня она... Мы давно не играли эту песню, это мелодию, правда. А она сегодня как раз очень достойна к сегодняшнему дню. When the saints go marching in. А святые маршируют. Thank you.
Хорошего настроения и хороших анализов. До новых встреч.